Как говорится, все ради женщин. И перекрытый ранним субботним утром центр Омска тоже. Здесь по-спортивному нарядные, с именами на груди, амички готовились и разминались для первого в истории цветочного забега. Новые старты от организаторов известного по всей стране сибирского международного марафона поддержали 600 прекрасных женщин. Нынешний забег прошел под девизом «Беги с подругами». И действительно, дружеские компании были видны повсюду. Красавицы-атлетки собрались в стартовом створе и в 9:00 открыли эту гонку. Колонну возглавили омские спортсменки, известные достижениями на российских и областных стартах, а замыкали молодые и будущие мамочки. Не прошло и 13 минут, как на горизонте показалась одна из участниц. Лучшее время и первый рекорд цветочного забега поставила мастер спорта международного класса по легкой атлетике Марина Ковалева. Ей удалось преодолеть 4 километра за 12 минут и 8 секунд. Первую в истории чемпионку на финише встретил салют из лепестков роз. Ну, сегодня очень хорошо бежалось, отличная погода, вот солнышко не пригревает еще. Много участниц приняли участие в этом забеге первом. Отличное настроение. Это один из самых необычных забегов, в которых я принимала участие. Вскоре начали финишировать и другие бегуньи. Неизменная фишка забега – цветы участницам лишний раз поднимали настроение без того довольным героиням соревнований. Да и маршрут проходил по историческому центру города – от Соборной площади до Омской филармонии и обратно через Тарские ворота. Кроме того, цветочный забег пришелся на традиционное время флоры и весьма органично вписался в программу мероприятий Дня города. По трассе я проехал на велосипеде, посмотрел, как девушки бегут. Все в настроении, все. Я думаю, что невозможно ничего лучше придумать, когда стартуют одни женщины, либо что-то делают женщины. Поэтому сегодня я думаю, что забег удался. И я думаю, он войдет в хорошую традицию. Мне интересен спорт, бег. Я люблю бегать. Вот. И я в том году участвовала в 25-м сибирском марафоне. Вот. Ну и тут увидела цветочный забег. Ну вот подружку позвала, с подружкой побежали. Вот. Я очень рада. Столько эмоций положительных. Спасибо организаторам. Участницы самых разных возрастов похвалили новые соревнования и оценили все фишки мероприятия. Прохладная погода только способствовала результатам. И даже те, кто не пришел в первой сотне, не расстраивались, а бежали просто ради удовольствия. Бежишь по трассе и представляешь, что ради твоей пробежки перекрыли целый центр города. Поднимается настроение, поднимается самооценка. Мы же девочки, нам много ли для счастья надо? Немножко внимания и цветы. С этим организаторы угадали, поэтому, я думаю, все сегодня счастливы. Тут было очень интересно, и вообще мне понравилось бежать. И мне не... я не хотела останавливаться, я хотела только бежать. Последними к финишу пришли молодые мамочки. Их забег был больше похож на 4-километровую прогулку по историческому центру. Но даже такая возможность уникального стоит. Без отрыва от воспитания самых маленьких горожан участвовать в спортивной жизни Омска. Прогулка замечательная, участие решили принять, потому что день города, праздник. И почему бы не участвовать в таком замечательном событии? Мы занимаемся в студии «Свингалези», то есть мамы с детьми, поддерживаем отдых активный, активную жизнь. И вот все вместе решили поддержать этот праздник. Кроме того, первый уже такой массовый старт может стать отличной тренировкой перед основным беговым событием года – сибирским международным марафоном, который пройдет в сентябре на этой же трассе.